типа блогер, тут типа, тут типа блогер, а. Типа блогер, тут типа блогер, ага. Типа блогер, тут типа блогер. Ну что, друзья, всем здравствуйте, отличного, прекрасного всем настроения. На улице уже вечер, 17.00 у нас уже на подходе, 16.59 я замерил по своим часам, но я думаю, что время все-таки, скорее всего, правильное. Вот, и поэтому давайте будем ждать подключения всей нашей аудитории, которые ждут сегодняшний наш онлайн-концерт. И давайте, да, потихонечку присоединяемся. Я всех рад видеть. Со всеми тут, наверное, не успею поздороваться. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем тем, кто здесь находится в нашем прямом эфире, в нашей прямой трансляции. Здравствуйте всем. Я вижу наших сегодняшних артистов, которые, да, сегодня у нас будут выступать, будут радовать вас. Артисты, скажем так, разные, рэп-исполнения, есть, скажем так, попсовые песни, есть песни, ну, да, наверное, все-таки больше попсовые песни, здесь рэп-песни, и также вот у нас один из участников нашего сегодняшнего концерта, онлайн-концерта, это Рустам Нейман, он будет показывать сегодня фокусы. Я думаю, минуты на 3, наверное, на 3,5 примерно. Ну, поэтому пока, друзья, у нас давайте дождемся, да, момент, пока все потихонечку к нам будут подключаться. Хочу напомнить о том, что сейчас период самоизоляции, все находятся дома у нас. И, соответственно, ну, желательно, чтобы все находились дома, да. И, соответственно, вот мы хотим поддержать вот это вот движение, чтобы действительно все находились дома, чтобы никто никуда не выходил, и можно было удобно в таком удобном формате посмотреть, просто достаточно зайти в нашу прямую трансляцию, посмотреть концерт. Концерт, кстати, хочу сказать, друзья, сегодня состоит только вот участники, это все наши земляки. Здесь, по большому счету, у нас, наверное, все, так, Рустам Нейман, Сирина Зайнудинова, они у нас живут, получается, в Казани. Эрнес, если я не ошибаюсь, она, по-моему, живет в Чебоксарах. Но она тоже наша землячка, поэтому чуть попозже мы к ним подключимся. Ну а пока, друзья, вопрос, с какого города вы нас смотрите, откуда вы нас наблюдаете. Давайте быстренько немножко напишем здесь, пообщаемся с вами. Просто напишите города, кто откуда смотрит. Возможно, с Нурлата. На прошлой неделе наш онлайн-концерт был. Там не только с Нурлата смотрели, бывало, писали из Бугульмы, там еще откуда. Сирень, привет. Привет всем. Да, привет всем. Друзья, напишите, с какого города вы смотрите сейчас нашу трансляцию. Давайте немножко пообщаемся. А потом уже перейдем сразу к первому участнику нашего сегодняшнего концерта. Итак, еще раз вопрос, с какого города вы смотрите нашу прямую трансляцию? Вам всем отличного, прекрасного настроения, те, кто только что к нам присоединился. Стасия пишет Нурлат, Михаил Нурлат, Элина Нурлат написала. Так, отлично, еще кто с каких городов, давайте перечислимся. Ильнар Ок 716, привет, Сальметьевска. Ильнар, привет тебе тоже. Другой Ильнар пишет, Линар, да, 2 семерки, Нурлат, и показал вот такой значок. Так, Казань, Надя Имангулова написала, так, Глубенко, привет, пишет, привет вам. Из Аксубаева смотрит, из Нурлата дальше смотрит, Бакирова, Айгуль, отлично, Глубенко, Аксубаева, Нурселя. Но это, наверное, Нурлат, и все-таки Т9 здесь поделал свои правки. Валя пишет, из Якушкина смотрит. Отлично. Кто еще откуда смотрит нашу прямую трансляцию, друзья? Давайте быстренько напишем. Да, дождемся, пока у нас соберутся наши онлайн-смотрители. Кто еще с каких городов, возможно, сельских поселений, кто нас наблюдает. Пишем, друзья, пишем. И самое главное, не забываем лайкать нашу прямую трансляцию. Раз вы услышали мой вопрос, я думаю, тогда, наверное, меня слышно отлично, меня слышно замечательно. Сегодня у нас, хочу напомнить, что не только нас смотрят с Нурлата, да, но и все желающие. Висит иногда эфир, пишет. Ну, что поделать, это скорее всего, наверное, Ильнар, может быть, твой интернет. Я думаю так,
Ну, а может быть и нет, конечно, я не знаю. Но сейчас, как говорится, скрытие покажет. Итак, друзья, давайте постучим вот так вот барабанами, потерем вот так вот ручки. Почему? Потому что мы переходим, к самому первому нашему участнику. Рустам Нейман. Давайте расскажу немножко о нем. Фокусник-иллюзионист. Как пишет он сам о себе, занимаясь фокусами около 10-11 лет. Победитель премии «Артист», постоянный гость и участник всероссийских фестивалей иллюзионистов. Планирует сделать в этом году сольное выступление в Нурлате. Ну, это здорово! Все те, кто сейчас находится дома, можем поаплодировать, поддержать его. Рустам, поставь, пожалуйста, прямо сейчас плюсик в нашу прямую трансляцию, чтобы мне было удобно выйти сразу на связь с тобой и чтобы я смог до тебя дозвониться. Да, самое главное, надеюсь, что у тебя сегодня не так светло, как было вчера. Надеюсь, что мы сегодня рассмотрим все вместе вот эти карты, которые ты нам вчера показывал. Рассмотрим жвачечку, которую ты нам показывал. Ну, еще, я думаю, в запасе у тебя много чего там имеется. Рустам Нейман. Отлично, я вижу тебя. Мы присоединяемся с тобой в прямую. Типа аплодируем Рустаму Нейману. Ваши громкие, несмолкаемые аплодисменты. Сейчас, Рустам, привет тебе! Привет! Как у Ну, тебя привет, настроение? привет, привет. Как, слышно, видно меня нормально? Слышно отлично, да. Слышно, видно тоже отлично, замечательно. Да, Супер, я все так понимаю, хорошо. по твоему формату мне отключаться сейчас не стоит. Потому что должен же кто-то поучаствовать, да, в твоих У интерактивах. меня здесь есть, ну, если что, есть. Ну, давай, смотри, ты главное наблюдай. Ну, начнем такое с открывашки небольшой, с быстрого фокуса. Есть последние 5 000 мои, заначка моя на черный день с этим коронавирусом. Просто эта заначка необычная. Почему я ее не трачу? Потому что мы можем сделать совсем невозможные вещи с ней. И она просто у нас будет летать. Вау, вау, вау! Как ты это делаешь, чувак? Сейчас сделаю. Это чудо, magic. Смотри, у меня здесь есть стол под камерой. Вот, если что, здесь обычно просто буду карты сюда ставить. И давай поиграемся небольшую, сейчас сыграем игру, но также с картами. Смотри, ты будешь моим основным зрителем, как и всегда, в принципе. Смотри, колода карт, Я прям наблюдаю за тобой, наблюдаю. смотри, все та же самая колода карт. Твоя Так. задача также сказать стоп в любой момент, когда я пролистываю карты, хорошо? Окей, стоп. Подожди, еще раз, давай. Побыстрее Давай. немножко. Раз, два, три. Стоп. Здесь, да? Я не смотрю, запомнил карту? Запомнил. Все, прекрасно. Смотри, твоя карточка здесь, да? А я ее аккуратненько сейчас не убираю пока. Вот в колоду убрал сверху. Сейчас самое главное все это дело перемешать. Чем лучше помешал, тем сложнее показать фокус, да? Все это на глазах делаю, чтобы не было никакого подвоха. И помню, что щелчком пальчика мы можем сделать так. Давай я лучше встану, наверное, даже, чтобы было видно карты. Вот, так вот. Сейчас, вот, замечательно. Смотри, щелчком пальчиком я делаю так, что она у нас сверху. Это твоя карта? Пятерка червей? Нет, нет, не моя. Нет. Подожди, но у каждого фокусника есть вспомогательные такие штучки. У меня есть такой чехольчик. Смотри, мы аккуратненько убираем туда, как ты говоришь, не твою карту, не пятерку червей, да? И внимательно следи, если ты подумаешь о своей карте, она у нас здесь прямо на глазах и появится. Именно четверочка бубей. Это все правильно. Именно эту карту я и запомнил, да. Все правильно, супер, отлично. Замечательно, Спасибо. спасибо. Да. Спасибо за бурные аплодисменты. Это самые яркие Да. аплодисменты, которые я получал. Сейчас звучат аплодисменты только в твой адрес. Вот вы пока готовишься к следующему фокусу своему. Расскажи, пожалуйста, как твоя самоизоляция проходит? Выходишь ты на улицу? Да, Бросаешь? самоизоляция, в принципе. Нет, я дома не сижу. Я полностью продезинфицировал себя снутри, снаружи, полноценно. Я также работаю, также есть у меня детские праздники сейчас в основном на дому. Я прихожу в маске полностью, там у меня спрейчики всякие специальные, я детям обрабатываю, говорю, ну, рассказываю тоже, как это нужно обрабатывать себя, почему это нужно, почему, ну, для здоровья это полезно. И вместе с ними уже работаю, интерактив показываю. То Вот, есть онлайн. получается, в период даже коронавируса
в любом случае все это проходит, да? То есть вот эти праздники, они идут. Ну, меньше, конечно же, мало, но они есть. Вот. Также онлайн-выступления есть, но я не очень люблю так онлайн. Но все же они есть, деваться некуда. Окей, вот. Давай посмотрим следующий фокус. Ну давай. Все то же самое, колода карт. Все то же самое, тебе нужно сказать стоп. Стоп. Здесь, да, смотри, запомни карту. Угу. Окей, смотри. Все то же самое делаем. Подожди, давай по-другому. Ну давай все равно так же сделаем. Аккуратненько все это дело перемешаем. Давай так же я встану лучше. Окей. Смотри, помним, да, что щелчковым пальчиком делаем так, что твоя карточка сверху. Ты рядом, да, выбираешь то пятерку, то четверку. Смотри, если я убираю ее в серединку, сверху уже не твоя карта. Помним, да, что щелчковым пальчиком мы можем сделать так, что она вновь и вновь будет сверху. И сколько раз я бы так не повторял, стоит мне только щелкнуть пальчиком, она всегда у меня будет сверху. Смотри, ты мог бы выбрать абсолютно любую карту, да? Но ты выбрал именно свою, помнишь какую, да? Пятерочку бубей. Если мы аккуратненько ее выдвинем, пять бубей, сделаем небольшой веер и аккуратно задвинем ее, то щелчком пальчиком она у меня появится во рту. Как ты так делаешь? Вообще непонятно. Это чудо, да. Все только лишь чудо, это все намного просто и быстро объясняется. И давай я тебе еще один классный фокус покажу. Еще несколько, в принципе, даже покажу классных фокусов. Смотри. Ну, так как интерактив с карточками будем, давай продолжим также. Также скажи стоп в любой момент. Стоп. Не успел. Стоп. Здесь, да, запомнил, не смотрю. Запомнил. Все, убираю, все по-честному. Перемешал. Смотри, я бы тебе дал бы помешать, чтобы было более эффектно этот фокус выглядел, но я, так как ты далеко от меня, за 250 километров почти, убираю карты сюда, и у каждого фокусника есть помощник, да, у каждого фокусника есть такая коробочка. В этой коробочке нет ничего, она полностью пустая. Здесь есть отверстие, видим, да? Смотри, у нас есть колода карт, да, у нас есть коробочка. И если мы аккуратненько все это дело соединим, то зачем мне будет целая колода, если ты выбрал всего лишь одну карту? И прямо на глазах у нас вся колода пропадет. Когда мы делаем, останется всего лишь одна тавурная карта. Друзья, кому понравились фокусы, поставьте прямо сейчас лайки в нашу прямую трансляцию. Полайкаем, давайте, полайкаем побольше, потому что все начали смотреть фокусы, да, очень внимательно смотрят. Я думаю, многим понравилось. И давайте сейчас все вместе нажмем на лайки. Молодец. Спасибо. Да, тебе такой вопрос. Смотри, ты написал о себе, что ты планируешь в этом году сделать сольное выступление в Нурлате. Да, хотелось бы в сентябре, надеюсь, я, если по плану все пойдет. Я вот сейчас уже делаю большой иллюзионный фокус, уже программу делаю ее. Она уже в процессе, прописывается все, детально все проделывается. И хочу сделать такой семейный праздник, чтобы и маленькие дети, и взрослые пришли и посмотрели что-то типа театрализованной постановки, что ли, будет. Как раз с фокусами, история будет какая-то, завязка. Полноценно будет такая. Это будет, ну, я, может, даже там вообще ничего не заработаю, может, даже больше, скорее всего, что я в минус уйду, но я хочу для себя, для галочки и для Нурлата сделать такое вот выступление. Ну, если что, можно меня тоже привлечь, без проблем, не вопрос, придем, да, поможем. Да, ведь там, мне кажется, весь Нурлат будет знать, когда это все это будет. Ну, Алтарь Сала Берсе, все будет. Дай бог, все, дай бог. Да. Вот, давай, в конце, как это... как в фильме «Иллюзия обмана», да? Чунг, нету карты здесь, нету здесь, нету здесь, и появилась здесь, да? Ты молодец. Супер. Так, друзья, подписывайтесь на меня, смотрите фокусы и наслаждайтесь, верьте в чудо. Скажи, да, во-первых, тебе спасибо за фокусы. Я у тебя что хотел спросить? Ты вот даже мне... все. Вот смотри, ты вот готовишь свое шоу, и у тебя есть ли такие фишки, как у Дэвида Копперфилда, да? Потому что вот многие воспринимают фокусников-иллюзионистов, то есть, понятно, там руки, ловкость рук, как говорится, никакого мошенничества, а
взлетать ты будешь там, вот Ну, когда там готовишься? будут масштабные фокусы. Я не буду раскрывать все карты, но будут масштабные фокусы. Левитация тоже будет. Будет интересно. Потому что, может быть, концепция вообще поменяется, и как-то переиграю, но я хочу сделать уже это все-таки. Галочку надо поставить на этом. Хочу сделать уже. Я уже в том году хотел сделать, но немножко пошло не по плану. Вот. Надеюсь, в этом году сделаю. Все, Рустам, тебе спасибо большое. Если будут вопросы, если нужна будет помощь, обязательно обращайся. Чем сможем, тем поможем. Но если есть вопросы, можете написать, в принципе, в наш мини-чат. Я постараюсь ответить максимально всем, какие вопросы, если есть. Да, конечно, друзья, давайте, да, давай прямо сейчас минутку уделим для этого, да, чтобы были, возможно, у кого-то вопросы появятся. Лично я уже видел, пишет, как он заставляет летать людей. Это жесть. Это Самара пишет, Самара. Сафин Мансур, это в каком плане? То, что застал какую-то драку или что? Там он был на репетиции одного из фокусов. Так, Ага. можно сказать. То есть, ну и Вот. получается, человек взлетает. Человек взлетает. Да, было такое. Есть такой фокус. Отлично. Друзья, если есть у вас вопросы, давайте уделим минуточку, да, Пока для этого. вопросы пишут, я быстрый фокус покажу, смотри. Невидимый уголок, это называется. Ты там за что взятку? Там веревка, веревка какая-то. Скажи, Конечно. а были такие люди, которые раскрывали твои фокусы? Которые типа сказали, я знаю, как это делается, я так Ну, дома тоже умею. на самом деле, каждый второй человек говорит, я все знаю, я все умею. Чудо происходит с тем человеком, который верит в это чудо. Если ты не веришь там, в волшебство, не веришь в Бога, то и Бога не будет, грубо говоря, вот так вот. И та же самая с волшебством. Вот. Так что это все, надо верить в это, и оно будет происходить с тобой. А если ты будешь скептически относиться к этому, я, конечно, стараюсь максимально сделать, чтобы человек поверил в это. Вот. Но есть скептики, которые уже прям, да, мне ничего не надо, я все знаю. Я такой, ну, все знаешь, хорошо. У нас немножко разные пути. Ну все, да, спасибо Выступление. тебе, Вопрос Рустам. один. Где выступление будет? В ДК, скорее всего, в Нурлате, ну, где-то самый оптимальный вариант, других нельзя. Да, видишь, ты заинтриговал себя, где будет выступление, пишет, потом пишет, что будем ждать в сентябре. О, спасибо. Спасибо. Вот видишь, уже какая-то доля, чуть-чуть немножко показал и уже заинтриговал. Ты молодец. Спасибо. Кто следующий по выступлению? Ну, друзья, давайте мы Все, создадим какую-то пока. интригу в нашем онлайн-концерте. Рустам, спасибо тебе большое. Вот эти лайки для тебя, вот эти аплодисменты Спасибо. тоже. Спасибо. Спасибо большое. Давай, до встречи. Пока-пока. Пока-пока. Ну что, давайте будем двигаться дальше, друзья. Я думаю, многим понравилось выступление Рустама Неймана. Напомню, он фокусник-иллюзионист и планирует, как он уже говорил, в сентябре. В сентябре, дай бог, что все нормально будет, планирует свое выступление в Нурлате. Ну а мы давайте будем двигаться дальше. Сейчас я хочу, чтобы подготовился у нас Ильшат Гайсин. Немножко о нем расскажу. Автор проекта КСТБ Шоу, автор-исполнитель, заведующий отделом сектора Чулпановского сельского дома культуры. Пишет о себе: «Пою от того, что душа поет». Собственно говоря, и поэтому он так и поет. Ильшат Гайсин. Ильшат, выйди, пожалуйста, на связь, поставь плюсик, и давай мы с тобой сейчас вот прям сразу быстренько свяжемся. Ильшат Гайсин, КСТБ Шоу. Пока Ильшат у нас пишет, я думаю, многие, наверное, успели посмотреть КСТБ Шоу. Они выходили по Нурлатскому телевидению, по-моему, выходили, и в Ютубе есть они. Поэтому давайте сейчас мы с ним попробуем связаться. Ильшат, поставь, пожалуйста, плюсик в наш чат. Поставь плюс, и мы сразу же с тобой свяжемся. Друзья, как у вас настроение, какие у вас эмоции во время просмотра фокусов? Да, специально мы это сделали, чтобы Рустам прошел немножко вперед, чтобы разогрел всю нашу аудиторию. Ильшат Гайсин у нас появился. Поехали, Ильшат, мы связываемся с тобой. Можете пока налить себе чаю, взять с собой телефон на кухню и сидеть и смотреть очень внимательно, что происходит у нас в нашей прямой трансляции. Ильшат, привет Мы тебе! смотрим. Как настроение? Привет, привет. Как всегда, отличное настроение у нас хорошее. Всегда У вас готовы.
Это здорово. Ты разгадал фокус Рустама, который показывал, особенно самый последний, когда он за краешек брал вот так вот, непонятно, что там было. Конечно, нет. Но я обязательно приду в сентябре, чтобы посмотреть поближе, что это такой фокус, какой там у него. Честно говоря, я тоже приду, обязательно тоже посмотрю. Ильшат, скажи, что ты хочешь пожелать всем тем, кто сейчас находится в самоизоляции? Может быть, какие-то свои рекомендации, свои советы есть? И вперед к песне. Какие рекомендации дать? Самое главное, чтобы заняться чем-нибудь, найти себе какое-то увлечение. Какие-то, я, например, занимаюсь онлайн-занятия какие-то, получаю, то есть дополнительное образование, чтобы после вируса, коронавируса выйти нам, чтобы новыми знаниями и к новым успехам не унывать, чтобы только вперед, улыбаться, радоваться. Глава была со знаниями такая большая. Я много чего знал. Сейчас всем все расскажу. Чтобы быть готовым идти дальше. Так, ну что? В принципе, мы готовы. Мы сегодня будем петь без микрофона, чтобы музыка казалась громче. Не вопрос. Я отвлекать тебя не буду. Запускай песню, я перехожу немножко в другой режим, но не бойся, я стою. Поехали! Жаным ұшақ бүген хистер ұшақ ұшақ Дірлей жанда сағыш ұшағы Сағыш дәриясына салып ағызыла Мәхәбәттің қайнар құшағы Қашылмаған әсеске болған сүйелерім Күтті бет ол өзінің яңғырым Қастық құяр Жылы болған ішелім, өз маңнарым қанда өз жарым. Ашылмаған шешке болған сүйелерім, күтті бет ол өзінің яңдырым. Қасқы құяр, жылы болған ішелім, өз маңнарым қанда өз жарым. Қалғы тішлергені болып қалғаны кесер, қалған барысына ерақта. Күңгілі тұлымыңлы кесері тұлғанда, бұқсәлеттің бары рызаққа. Қашылмаған әшешке болған сүйелері, бітті бет ол өзінің яңдыры. Қасқы құяс, жылы болған ішелім, өз маңнарым қанда өз жарым. Ашылмаған әшешке болған сүйелерім, күтті бет ол өзінің яңдырым. Қасқы құяс, жылы болған ішелім, өз маңнарым қанда өз жарым. Bam 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 Бәхті дейіп көңілі көкке ұмтылғанда ғазаптардан келмек дейесім Сағыш болып қайтқаны шошы мәхәбәттің Ниндей өлшемдерден бәйесім Ашылмаған әшешке болған сүйелерім Күтті бет ол өзінің яңдырым Насылы құяш жылы болған ішелім Өз маңнарым қанда өз жарым. Ашылмаған шешке болған сүйелерім, күтті бет ол өзінің яңдырым. Қаслы құяс, жылды болған ішелім, Өз маңнарым қанда өз жарым. Қаслы құяс, жылды болған ішелім, Өз маңнарым қанда өз жарым. Алло, алло, что-то у нас у Ильшата зависла прямая трансляция в самый неподходящий момент. Друзья, как нас слышно, как нас видно? Да.
Ну что, вот Ильшат, так... спасибо, спасибо тебе большое, да, почти ближе к концу твоей, завершению твоей песни. Эта трансляция немножко зависла, но на то он и есть онлайн-концерт, потому что от нас ничего здесь не зависит, зависит только от скорости интернета. К тебе большое, к тебе, прежде чем попрощаться, вопрос будет один. Смотри, ага. Ты знаешь про такого исполнителя Кайметов? Кайметов. Ну да, слышал про такого. Есть такой. Окей, момент. Смотри, тебе вопрос. Вопрос, скажем, такой, где будет 4 варианта ответа. Какой хит был у певца Кайметова? Вариант А – Position Number 1. Вариант Б – Position Number 2. Вариант В – Position Number 3. И вариант Г – Position Лежа. 5 секунд. 5, 4. Position Лежа? Так как-то с тобой. Вариант Г – Лежа. Ну, я знаю, что ты шутишь сейчас, да. Я знаю и предполагаю, что ты, скорее всего, знаешь этот правильный ответ. Смотри, другой вопрос. Ты где парикмахер нашел? Парикмахерский не работает. Мой парикмахер всегда работает. Секрет вот фирмы производителя. Всегда работает. Он сидит через стенку. Она есть. Он или она сидит через стенку. Онлайн-парикмахер. Ну все, спасибо тебе большое. Пару слов оставь для всех наших онлайн-смотрителей. Хочу сказать, чтобы никто не унывал, все будет хорошо. Ждем майские праздники. Все вместе. Оставайтесь дома. Спасибо тебе, Ильшат, большое. Спасибо большое, спасибо за участие. Пока-пока. Ну что, друзья, мы двигаемся дальше. Давайте дадим побольше лайков в нашу прямую трансляцию. Как у вас настроение? Как у вас дела? Рассказывайте, а лучше ставьте здесь свои лайки. Поставьте лайки, давайте немножко встряхнем нашу прямую трансляцию. Ну, а сейчас я хочу рассказать о следующем нашем участнике. Участнике нашего онлайн-концерта. Михеев Артем, пожалуйста, приготовься, потому что следующая очередь твоя. Расскажу о нем немножко, как он сам о себе написал, собственно говоря, и я о нем тоже знаю. В рэп-комьюнити его знают как Артема Михеев. Вокальных данных, как и музыкального образования, не имею, пишет он, автор стихов под музыку, читаю с 2006 года. В недавнем прошлом организатор молодежных рэп-мероприятий в городе Нурлат. Автор YouTube-канала хэштег типа блогер. Отлично! Так, ну что, Артем, поставь, пожалуйста, плюсик или поставь лайк, что там самое главное в нашем чате, чтобы я тебя увидел. И сразу же мы с тобой вышли на связь. Артем Михеев! Давайте, друзья, полайкаем, пока Артем у нас ищет кнопочку плюс или ищет, или ищет, как поставить большой палец. Я думаю, для него не составит это труда. Он не первый день с телефоном. Но так или иначе, Артемка, отзовись. Мы тебя ждем. Артем, кстати, с Артемом мы знакомы давно. Лично, да, участвовали не один концерт, участвовали вместе. Но это было, наверное, лет 5-6 назад. Все, я вижу, Артем поставил плюс. Поехали. Сейчас мы начнем дозваниваться, друзья. Кто знает Артема, кто любит рэпачок, поставьте лайки прямо сейчас, потому что Артем Михеев уже выходит с нами на связь. Артем, привет, привет, как у тебя дела, как настроение? Все отлично. Сегодня папин день, супруга на работе, я с детьми. О, круто! Скажи тогда игру, твою самую любимую игру, вот чем ты занимаешь детей, вот как, каким образом, вот сейчас все мужчины прильнули к экранам, так-так-так, ну-ка, давай, папаша, рассказывай нам, что за, ну, какая твоя любимая игра, вот что ты можешь дать детям, вот такое, что-то такое, да, что вот все, внимание их. Ну, если честно, Денис, уже 2 недели практически самоизоляции, за 2 недели уже все мультики пересмотрены, все игры переиграны. Что хотел бы отметить, это интересно, когда берешь большой пазл, чтобы было интересно и детям, и, соответственно, родителям. И можно, вот у нас семья из 4 человек, садимся и собираем. Большой пазл. Четыре больших пазла, у каждого свой пазл, и раз... Именно один. Ладно. Один большой на 1000 достаточно. Все, все, все. Это здорово, да. Но, Артем, скажи,
Ты сам-то как, на работу ходишь или дома находишься? Я работаю, да, наша организация работает в штатном режиме, мы обеспечиваем связь, чтобы в онлайне мы могли вот так вот сделать концерты и так далее. Я работаю в Тайтелекоме, инженером связи. Кстати, всем коллегам, кто смотрит, кто посмотрит потом, всем привет. Отлично. Немножко пару слов о твоем YouTube-канале, типа блогер, что ты там делаешь? Да, кстати, друзья, буквально 3 месяца назад я зашел в YouTube пространство, создал свой канал. Все, кто смотрит, переходите по ссылочкам. То есть все разбито на 3 подраздела. То есть где-то есть семейные блоги, где-то есть мое творчество, где я выступаю, концертные записи, клипы и, соответственно, уже интервью. В роли интервьюера снимаю интервью с интересными ребятами. И обязательно в следующий мой приезд, Денис, я думаю, с вами встретимся и запишем крутой выпуск. Обязательно. Ну что, Артемка, давай дадим рэпа в этой прямой трансляции. Все, Давайте ребята, поаплодируем спасибо. все вместе. Запускаем, слушаем, подпеваем. Сложившись ситуации, я думаю, самое главное – это любовь. Давайте поднимем руки, поставим лайки. Все, кто любил, все, кто любит. И погнали. Дорогая, твой сценарий мной прочитан уже. За сюжетом сюжет быть одному лучше. Весенние капель, солнечные дни. Зачем нужен этот пресс для души? Задушила ты своими руками любовь. Надоели эти грабли, что бьют вновь и вновь. Время лечит, но встало оно. Кажется, что было вчера, но было так давно. Мне тяжело с тобой, но без тебя тяжелее. Мне хорошо с тобой, но сердце что-то щемит. Нет, все, стоп, решил. Сигарета за сигаретой, с ночи до утра. А где ты сейчас, а? Да уже не важно, что тебя греет. Любовь или толстый бумажник. В поисках контакта справочник листая. Алло, здравствуй, надо встретиться, слышишь, родная? Кто подскажет, что такое любовь? Не надо лишних движений, не надо лишних слов. Что у тебя под сердцем, да и у меня так же. Давай начнем, как раньше, начнем, как кто подскажет, что такое любовь. Не надо лишних движений, не надо лишних слов. Что у тебя под сердцем, да и у меня так же. Давай начнем все заново, начнем как раньше, как всегда. В 4 стенах, вечно на депрах, а где-то ходит она. Такого в итоге буду называть жена. С кем одним путем, одной тропой, одной дорогой. И до последних дней, миллион ночей, благословения спрошу у Бога под небесами. Наши мамы от счастья со слезами. У храма на пруду под радостью парусами. Белыми, белый мир под ногами. Мирное небо над нашими головами. Если нет любви, на сердце пустота. Не остаться одному у пустого причала. Все сначала, не с чистого листа. Только я и она, леди Астана. И вновь я на диване с ручкой и листом. Что же будет потом? Кто подскажет, что такое любовь? Не надо лишних движений, не надо лишних слов. Что у тебя под сердцем и у меня также. Давай повторим с тобой, но все как раньше. Кто подскажет, что такое любовь? Кто подскажет, что такое любовь? Ставим лайкосы, подписываемся на канал типа блогер. Следующий трек хотя бы был более веселый, более такой мальчуковый, наверное. А то все подумают, что я какой-то эмо-рэпер, наверное, только про любовь исполняю. Всем спасибо, всем, кто ставит лайки. Артем, спасибо тебе. Ты имеешь в виду, ты готов еще один трек исполнить? Да. Если на вашей вписке оказался Филипп. Ну что? Первый. Да, это здорово. Спасибо тебе. Ну, давай продолжим тогда. Поехали дальше. Все, продолжаем. Друзья, давайте больше лайков дадим Артему Михееву. Ей, Артема! Ага. А я как Джимми Нейтрон в своем метро. Делаю свой рэпачок и делаю уже давно. Музыка для меня, как для слепого поводырь. Это под семь, братан, стираю кедыр до дыр. Не предлагай другую сторону этой медали. То, что легалось реален, мы не врали. Пока рэп читали, девочки все промокали. Все молчали, а мы сполна зануловские движухи раскачали. Позитивом без печали, с РНТ, с возом и люкдозой. Без вопросов не решаем за кокосы. А чё нам, пацанам, поглубже кем
купаси, типи, папиросы, те еще барбосы, те еще бар. Это психованный стиль в твоей колонке. Это горит петель, ведь это бомба. Строго укладывая строки, как асфальт готов. Это сахарский смол в самом саде. Это хип, это хап. Твой сап, это бомба, фитиль, старый нурлатский стиль, это хип, это хап, разрывает твой сап, это бомба, фитиль, старый нурлатский стиль, это хип, это хап, разрывает твой сап, это бомба, фитиль, старый нурлатский стиль, это хип, это хап, разрывает твой сап, это бомба, фитиль, старый нурлатский. Ну что, братцы, давно надо было браться, да так, чтоб каждый двор, каждый район начал качаться, устроить пляски, дамы строят глазки, ты давно просил, так получай, рыбчик нурлатский, ежик полным ходом играет на гармонии, вот так весело поживаем на районе, а чё нам, ребятам, весело живем, делаем делишки, накатим, разольем, накатим и споем, кто-то уже пляшет, поселок Сахарный, made in Russia, ай гуляй, дворовая душа, жизнь хороша, когда рядом кореша. Пищик водолазы, сяпляпы, пятаки, не черкая вилами по воде. Город в городе, это наш район, вокруг незрачные дворы. Уважение навсегда близкие, пацаны, хап, это чает мой сап. Это хип, это хап. Это хип, это хап, раскачает твой сап, это бомба и фитиль, старый нурлатский стиль. Это хип, это хап, раскачает твой сап, это бомба и фитиль, старый нурлатский стиль. Это хип, это хап, раскачает твой сап, это бомба и фитиль, старый нурлатский стиль. Это хип, это хап, раскачает твой сап, это бомба и фитиль, старый нурлатский стиль. Хип-хап, 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 всем спасибо! Артем, спасибо тебе большое, супер, отлично, здорово. Вот если ты успел параллельно еще читать, я думаю, если ты успел, больше был сосредоточен, да, на исполнении композиции. Здесь уже девчонки стали писать, а это же песни нашей молодости. Какой молодости у нас? Я что, уже такой старый, что ли? 50-летние, что ли, тут все собрались? Какой молодости? Скажи, сколько лет этой песне? Этой песне очень много лет, она то есть сейчас оставим вообще из двух песен, так как у нас группа из трех человек. Но первая композиция, которая была лирической, да, ей, наверное, уже лет эдак 12. Первый клип, кстати, помог также наш земляк нурлатский Ильсур Видео. Ильсур Дялал помог снять клип на эту песню как бы все общими силами. И мне вообще нравится вся наша семейная как бы такая обстановка, кто в городе в плане творчества, вне зависимости рэп-музыка, татарский исполнитель, либо вообще видеограф, как бы всегда друг другу всегда помогали, за что спасибо. Тебе, Денис, хотел бы сказать спасибо то, что за такой формат как бы концерта. Я думаю, людям интересно, мне вдвойне интересно, меня очень удивило то, что ты меня позвал. Ну, это вообще классно как бы. Берегите себя, самое главное, здоровье близких в данную ситуацию. Не выходите из дома, по возможности будьте дома. Не болейте, всем добра, мира. Артем, тебе тоже спасибо, что не отказался. Здесь ничего удивительного нет, то, что я тебя позвал. Свое творчество не забрасывай. Нет, да и чекань. Хотя бы, если каждый день не получается, но хотя бы раз в неделю делай, то да, продолжим дальше. Спасибо тебе большое. Пока. Мы тебе аплодируем. Браво, браво, браво. Артем, спасибо большое. Поехали дальше, друзья. У нас следующий на очереди... готовится Сирина Зайнудинова. Сирина, да, пока я тебя представлю, ты можешь поставить плюсик. Известная певица татарской эстрады, лауреат международных конкурсов «Татар-Маны», фестиваля имени Вагапова, четырехкратный лауреат национальной музыкальной премии «Радио Булгар» в номинации «Самый мелодичный голос», солистка Казанской городской филармонии. Вот она, Сирина, давай, поехали на связь, прямо сейчас мы с тобой свяжемся. Друзья, давайте побольше лайков в нашу прямую трансляцию, побольше лайков. Сирина, привет тебе, Сирин, привет. Привет! Я не успела плюсик поставить, уже в эфире. Привет, Сирина. Да. Да, я говорю, не могу тебя Сирина называть, всю жизнь тебя Сирин называл, поэтому, ну, более правильно для тех, кто не знает, Сирина более правильно. Да, несколько слов буквально, ты где сейчас находишься, ну, то есть не то, что город, а ты сейчас больше дома или ходишь на работу? Я в данный момент нахожусь в Казани, на самоизоляции, дома, конечно же, выхожу, иногда, когда воздуха дома не хватает, на прогулку, конечно же, в магазин.
Вот, поэтому концерты все отменили. Я работаю солисткой филармонии, как уже ты прочел, да, информация обо мне. Поэтому все мероприятия, все массовые мероприятия отменили, и нас как отправили домой на самоизоляцию. То есть мы работаем над новым репертуаром. Также мы пишем совместно с артистами филармонии разные челленджи. Получается, на военные темы вот смуглянку записали. Ну, один из них я видел, да-да-да, раскудрявый. Да, да, да. И много готовится, которым, то есть материал есть, но еще работается в работе. Поэтому мы дома, как бы хоть и на самоизоляции, мы работаем. Ирина, тебе такой вопрос. Смотри, ты занимаешься пением уже давно. Ну, если не соврать, вот там с класса с первого, наверное, ты поешь уже, насколько я тебя знаю. Ну, конечно, мы же с тобой в начальных классах учились. Да. Вот что, смотри, сейчас, когда все артисты находятся на самоизоляции, особенно те, кто вокалисты, как им, сколько раз им надо в день петь, чтобы голос не застоялся? Вообще, пропевать нужно, распеваться обязательно в день. Это... Связки – это такой же инструмент. Инструмент также может сесть, да, тоже расстроиться, а также и связки. Очень хрустальный инструмент, поэтому нужно его беречь, конечно же. И распеваться обязательно. Минут 5-10 дать себе время. Не забывая, так же, как спортсмены, да, чтобы быть в форме, как и танцоры. Поэтому нужно всегда быть... Работать, петь, распевать любимые песни. Например, в моем случае я распеваюсь народными песнями. Потому что они более протяжные такие, и как бы распеться можно хорошо. Вот так. Отлично. Ну что, Сирень, давай прямо сейчас исполним композицию в нашей прямой трансляции, в нашем онлайн-концерте. Конечно. Я приготовила песню. Я бы хотела сказать, что она визитная карточка моя, которая... с которой я вышла в народ, которая, можно сказать, уже... Вот бывает, например, застольные песни. Вот эта песня превратилась в такую песню. Его поют разные ансамбли. Также на баяне много-много творческих коллективов исполняет эту песню. Кстати, автор тоже здесь. Гульнурапа, привет большой всем привет. Кто вот, когда в сети, вот так, в эфире, всегда не обращаешь внимания, потому что все равно волнуешься. Так ведь? Вот эта песня «Яшэу Яме». Песня про то, что какая жизнь прекрасная. Что бы ни случилось, не унывайте. Все это пройдет, останется позади. И нас ждет огромное хорошее будущее. Вот. И поэтому давайте для вас я спою. «Яшэу Яме. Жизнь прекрасна». Сирень, мы тебя ждем, аплодируем, поехали, слушай. Спасибо, я поехала петь. Так. Слышно? Все отлично.
я сию сам ветер машина, ялган ялгыш ларванымай. Бәхет бире, бәхетле була, кеннәргә бердә карамай. Бәхет бире, бәхетле була, кеннәргә бердә карамай. Кеннәргә бердә карамай. Вот, Денис. Ну что? Вот, да, супер, отлично, я тебе аплодирую, тебе также аплодирую, большое. Кто нас смотрит, я думаю, ты успел уже посмотреть хотя бы краешком глаза, да, что там написали, пишут море комплиментов. Да, вижу. Спасибо всем огромное за лайки, за аплодисменты, было вообще приятно, сама смотрю, сама пою, вообще все так поддерживают, спасибо всем. До сих пор продолжает писать, но это... Это прими как цветочки на концерте. Вот цветочки на концерте выносят. Вот это то же самое, практически одинаковое, да, когда пишут в прямой трансляции, что ты супер, ты молодец, мы тебя любим, 30-10. Вот здесь вот то же самое. Да, Потому что мы очень соскучились по зрителям, по их аплодисментам, по полным залам. Это просто сидеть дома. И вот, ну, все равно приятно, вот есть аудитория, смотрят. Все-таки хорошо, да, что есть прямые эфиры, мы можем... песни свои. Это да, хотя бы вот есть прямые эфиры. Показать, вот да, это, спасибо. Сейчас вот это выручает только. Да, вот это выручает, и вот какое-то есть общение, вот именно, что несмотря на то, что мы находимся в разных городах и можем там как-то провести вот этот онлайн-концерт, это здорово. Да, несколько слов, рекомендаций для всех наших онлайн-смотрителей, что ты можешь пожелать, вот те, кто находится сейчас в самоизоляции, кто сидит дома, чтобы, скажем так, не засиделись, что им нужно делать? Ну, конечно же, разные люди. Есть пассивные люди, есть люди шустрые, которые даже в маленькой коробочке найдут что-то чем-то заняться, так ведь? Поэтому, конечно, что у женщины, у мамы, у кого есть дети, семья, они постоянно на кухне, можно сказать, потому что днем кушаешь, когда все дома, представляете, да, и дети, и муж, и вот. Ну, конечно, о себе не забывать, также вот наносить, там, сделать причесочку. Но все равно быть всегда в форме, не забывать о том, что ты женщина, да. Но мужчины, конечно же, побольше своих жен, своих любимых дам, дочерей, мам, всегда были внимательны к ним. Вот, все, чтобы было просто в семье, дома, чтобы было всегда хорошее настроение, эмоциональное. Просто дарить любовь и спокойствие в душе. И не паниковать, все будет хорошо. Сирень, прежде чем с тобой попрощаться, к тебе такой вопрос. Я думаю, ты помнишь такую знаменитую игру, сейчас молодежь, которая нас смотрит, наверное, точно не помнит, но ты помнишь, и я это помню. Помнишь, была такая вот игра такая, ну погоди, все в нее играли, там 4 кнопки было такие, 4-6 да, да, кнопок, да. Ну, то погоди. Есть, ну погоди. Волк ловил яйца, яйца. Да, помню. Вопрос сейчас будет именно с этой игрой связан. 4 варианта ответа. Смотри. Что будет, по легенде, если набрать в игре «Волк ловит яйца» 1000 очков? Внимание, вариант ответов. Игра зависнет. Вариант «Б» – откроется новая игра «Хоккеисты». Вариант «В» – увидишь мультик. И вариант «Г» – ослепнешь. Я напоминаю вопрос, что будет по легенде, потому что мало кто набирал 1000 очков. Даже нет таких людей, по-моему. Я не набирала, поэтому не могу сказать, но попытаюсь. Нет, там была легенда такая, там вот пройдешь, наберешь 1000 очков, и что там будет в итоге? В итоге? Зависит. В итоге многие говорили, что когда наберешь 1000 очков в игре «Волк ловит яйца», ты увидишь мультик.
А мультика не было. А была только легенда. Да, видишь, пишут, мультик будет. Ну, мультик. Погоди, мультик же. Ну, конечно. Да, 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 да. Ну, погоди, волк ловит яйца. Вот подсказывают, подсказывают мультик. А я на тебя смотрю. Да, да, да. Все, видишь, вон подсказки пошли. Сирень, спасибо тебе большое. Воздушный поцелуй для тебя. Спасибо тебе. Спасибо всем, кто смотрел. Тоже для тебя. Всем Инстанурлат, всем землякам. Вообще, по всем очень скучаю. Будьте здоровы, счастливы. Главное, семейного благополучия и душевного покоя. Всех люблю. Спасибо, Денис, тебя огромное. Денис, спасибо тебе большое. Спасибо, что не отказала. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Ну что, давайте будем двигаться дальше. Самое главное сейчас задача какая, чтобы у нас, да, нам час не перейти, потому что час, больше часа нам не дает Инстаграм делать прямую трансляцию. Но ладно, поехали. Руслан Сайфутдинов у нас следующий на очереди. Руслан, пока ты ставишь плюсик в нашем чате, я тебя представлю. Как Руслан Сайфутдинов пишет о себе, моих увлечений очень много. Занимаюсь ковкой, играю на музыкальных инструментах, но самое любимое увлечение – это исполнение песен. Руслан Сайфутдинов прямо сейчас. Руслан, поставь, пожалуйста, плюсик в нашу прямую трансляцию. Мы хотим тебя увидеть сейчас. Прям все те, кто здесь у нас находится. Мы хотим, чтобы ты сейчас поставил плюсик, и мы выйдем на связь с тобой. Руслан Сайфутдинов. Руслан, ты здесь, ты с нами. Руслан, 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 где ты? Вот он, я вижу, отлично. Все, выходим на прямую трансляцию. Руслан Сайфутдинов. Я уже представил его, осталось только, да, сегодня он обещал у нас выйти с микрофоном, прям с микрофоном, с микрофоном. Руслан, привет тебе! Привет. Как у тебя дела, как настроение? Нормально, отличное. Несмотря на эту самоизоляцию, настроение отличное. Все, супер, да, можешь, ну, давай после песни у тебя спрошу, рекомендации какие ты хочешь оставить для всех наших онлайн-смотрителей, кто находится дома. А что за песня? Песню я, конечно, пою многие, и татарские, и чувашские изучаю, но в данный момент я спою русскую. Очень красивая песня «Я подарю тебе алые розы». Ну что, поехали, запускаем. Запускаем, и все тебе сейчас хлопают и аплодируют. Руслан Сайфутдинов. Да, напомню, что много чем занимается, как он о себе написал, и ковкой занимается, и играет на музыкальных инструментах, как вы видите, да, там на заднем фоне стоит еще и синтезатор. Ну, вот. Поехали. Я подарю тебе алые розы,
красивый нежный букет, и не нужны слова и вопросы. Люблю я тебя или нет, я подарю тебе алые розы. Это любовь моя к тебе, самая нежная. Любовь мою, покой и счастье, в этой жизни все говорим, мы все приобрем, все будет у нас замечательно. Всем вам лайк! Сайфудинов, ваши аплодисменты, друзья. Те, кто смотрит прямо сейчас нашу трансляцию, те, кто только что к нам подключился, я напомню, у нас проходит онлайн-концерт. Руслан, да. Что хочешь пожелать нашим онлайн-смотрителям? Я хочу пожелать, чтобы сидят дома, самоизоляции, пусть будут все спокойны, все это пройдет. И нужно поддержать тех, кто занимается этим, чтобы было нам все хорошо. Поддержим их и не будем выходить на улицу без масок, без необходимости. Ну и, конечно же, молиться и ждать, чтобы было у нас все хорошо. Руслан, спасибо тебе большое. Немножко тороплю тебя в том плане, что сейчас без 5:06, мы ровно в 5 начали трансляцию. Я боюсь, что у нас ровно в 6 обрубит ее, потому что Инстаграм не дает больше часа проводить. Вот, поэтому тебе огромное спасибо, что принял участие, что спел прямо сейчас. Вот все вот эти лайки, которые сейчас ставят, все для тебя. Спасибо тебе большое. Береги себя, береги семью, здоровья. Ура! Руслан, спасибо, пока-пока. Эрнес у нас сейчас на связи. Давайте я ее представлю. Пока, Эрнес, мы ждем от тебя, пока ты поставишь у нас лайк. Да. Так. Давайте представлю. Итак, певица, этно-поп-дива чувашской эстрады, автор и ведущая ток-шоу «Квартирник» Эрнес, который транслируется на национальном ТВ-канале «Чувашии» и YouTube-канале. Режиссер нескольких фильмов и ТВ-передач. Пишет песни сама на чувашском языке. Сейчас больше всего хочет петь и танцевать для зрителей. Имеет в арсенале уже 2 клипа. Эрнес, я вижу тебя, я связываюсь с тобой. Я думаю, мы с тобой все-таки успеем, да, уложиться, лишь бы, да, 17:57. Ну, я все-таки прям вот надеюсь на это, что мы с тобой успеем. Эрнест, привет тебе! Привет тем, кто находится там на телефоне. Что? Нас хорошо слышно. Вас хорошо слышно, мы прям надеемся, что интернет не подведет. Давайте начали песню, и потом, если у нас мы успеем, если нас интернет не обрубит, Инстаграм не обрубит, то тогда уже потом. Хочу представить вам песню, но она почти свежая такая. Мы написали ее тоже в деревне в тот раз, потому что были вдохновлены встречами с друзьями, с родственниками, и для них специально сочинили. Кстати, мы недавно купили инструмент, укулеле. Оказывается, он такие звуки выговаривает, да? Сейчас услышим у Яв Юрии праздничная песня. Ну что, поехали! Запускаем! Oh, 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 oh
Показывает уже таймер 15 секунд, поэтому давай все-таки сделаем следующим образом. Сейчас мы остановим нашу трансляцию, а то иначе он сам остановит, и переподключимся. Дадим время, мы пока с тобой пообщаемся, хорошо? Наша прямая трансляция продолжается дальше, наш прямой эфир продолжается дальше. Вот на РНС у нас остановилась вся наша трансляция. Ну, а мы продолжим, потому что больше часа, больше 60 минут Инстаграм не дает проводить. Поэтому, ну ладно, самое главное, я предупредил, РНС, я вижу тебя, поэтому давай еще раз мы попробуем с тобой связаться. Наберем аудиторию, да, чтобы наши зрители, ну, в принципе, вот так довольно-таки быстро набралось. Так, ну что, ожидание идет. Эрнест. Да. Сейчас выходит на связь. Все отлично. Отлично слышно, отлично видно, да. Давай посчитаем это так, что это была репетиция, разогрев такой небольшой. Да, но вот начинать всегда тяжеловато. И завершать тоже всегда тяжеловато. Но самое главное, я предупредил тебя. Это самое главное. Да, согласен. Ну, мало того, мы еще хотели по две песни от каждого. Вот видишь, по одной песне, то целый час, да, а всего лишь шесть выступающих у нас. Все, немножко о песне расскажи, что вот как она, потому что не все чувашский язык ведь понимают на русском, как она переводится. На русском языке это как праздничная песня для всех родственников и друзей. Укулеле. Укулеле. А, пришел, вернулся. Я думал, он все обиделся. Это Юрий Юман, композитор. Юрий Юман, композитор, мой супруг. Вот мы с ним. Отлично, молодцы. Над песнями. Семейный. Да. Ну да, терпим пока. Он настраивает специальное приложение под мой голос. Так, так, так. То есть укулеле немножко расстроилась пока за это время, да? Ага, а перевод песни такой, что там, в общем, родственники, всегда собираетесь вместе, и пойте песни, танцуйте, идите всегда за мной, за моим позитивом, будьте как я, и радуйтесь вместе со мной во время коронавируса. Круто! Здорово! Смотри, пока настраивается там музыкальный инструмент. Ну все, окей. Все, готово, да? А, ну все, все, поехали, запускаемся тогда. Здорово! Вот это вот что за припев такой был? Он как переводится, или это просто подпевка такая, подпевка идет к песне? Специальная подпевка, я же как бы
являясь этнопоп-дивой, мы всегда соединяем современность с этническими нотками. Вот. Что получается в итоге? Кому нравится, кому нет? Нет, все супер, все здорово, да. Ты тут, по-моему, все отлично писали. Поэтому я вижу, сейчас уже гармошка у нас пошла в ход. Баян. Ну, если у нас есть еще время, баян. А если есть время, то споем. Постараемся спеть. А если нет, как бы... Ну, давай вот эту песню. Вот эту песню исполним. И оставите ваши слова пожелания. Хорошо. Дальше мы споем песню. Она довольно-таки такая... популярная, я еще не жила, но в нашей обработке, как бы, в обработке грима. Летний теплый вечер на вкусе все мои волне обратил, как любимая спектра водила. Супер! Спасибо, спасибо большое! Эрнес, к тебе, Эрнес, Юрий, к вам такой вопрос. Вы сами в Чебоксарах живете, правильно? Да. Так, отлично. Да. С вами вчера, ну вот ты мне скидывала, да, запись, я не успел еще просмотреть ее. Телевидение связывалось, национальное чувашское телевидение, связывалось о ней по какому делу, то есть именно по прямой трансляции, правильно понимаю? По прямой трансляции, они хотели узнать, что это за концерт, кто организовывает, потому что как бы сейчас же очень популярны стали такие эфиры, только сейчас стали такими популярными, вот, и они хотели узнать, чем же занимаются звезды, где они выступают. Ну, да, слава богу, что есть такой, есть интернет, и есть такой формат появился необычный, онлайн-концерт, где каждый может находиться дома и, соответственно, то есть, ну, показать свое творчество. Единственный момент, что да, мы все понимаем, что по звуку что-то как-то бывает и не очень, но это онлайн-концерт, это интернет, здесь уже здесь мы ничего не можем. Связывались, да-да, Андрей написал. Ну, видимо, Андрей связывался, да? Это... Андрей Шокинов тоже здесь. Да-да-да, супер, связь, конечно, не очень. Связь, конечно, не очень, но вы супер пишет. Так, отлично. Эрнест, смотри, к тебе такой вопрос. Ты записала два клипа, альбом у тебя уже готов? Альбом полноценный, чтобы будьте. Готов?
Уже второй начали писать. Спасибо коронавирус. Спасибо самоизоляции. Мы уже второй альбом пишем, да. Он как бы, у нас альбом электронный, в iTunes, но оказывается, мы тут приехали в деревню, наши сестры, братья и тети, дяди говорят, нам нужно на диски. Давайте, вот, в следующий раз приведем диски. И на кассете тоже. На кассете не попросили? И ручечкой потом. Вопрос. Вот. Что вы можете посоветовать нашим онлайн-смотрителям, как правильно провести вот это время в самоизоляции? Ой, первое, самоизоляция – это сложно. Нужно быть постоянно у вас в семье. Дети? Кто-то дерется, кто-то наоборот радует. Да, у нас есть один ребенок, но мы пока в мире согласия. Пока. Еще не вечер. Нужно проводить каждую минуту, каждую секунду с пользой. Вот я хотела бы отметить, вот благодаря вот коронавирусу и самоизоляции мы начали такие выкапывать проекты, которые мы закладывали, да, а потом сделаем, потом. А тут мы так смотрим в компьютере, мы это сделали, надо быстрее наворачивать как бы время. Ну, это сейчас... не благодаря конечно, коронавирусу и самоизоляции, это благодаря тому, то, что появилось большое количество времени свободного. Соответственно, да. И стали, многие стали откапывать вот эти вот все свои старые проекты, старые архивы стали копать, и вот как-то это все наружу стало появляться. У меня такое... Тут мои тети... Да-да-да, у меня такое предложение. Рустам Неймен планирует в сентябре концерт в Нурлате. Я предлагаю всем нам собраться, кто поучаствовал в нашем онлайн-концерте, у него на концерте, и его поддержать. Конечно же, с удовольствием. Да, Иван? Да, конечно. В сентябре, тем более у меня... Ну вот, тем более тебя будем еще и поздравлять с днем рождения. Спасибо большое. Если есть что добавить, пожалуйста, можете добавить. Добавим то, что никто не болел, никто не подавался вирусом. Давайте все это дома отсидим, все спокойненько, чтобы никто не заражался. Лучше эфиры будем так делать. И еще прямо ждем конца вот этого всего, чтобы приехать со съемочной группой «Город Нурлат» на съемки ток-шоу «Квартирник РС», где соберемся еще с этими же артистами. Да, сразу зови, сразу все приедем, придем. Можно вот этот чат, который мы создали в WhatsApp, обязательно надо также приедем, поддержим, да, самое главное, дай бог, чтобы быстрее вся эта ситуация, не то что в стране нашей, но и в мире, она быстрее закончилась. Собственно говоря, наш онлайн-концерт был именно на это направлен, для тех, кто находится на самоизоляции, это большинство, большинство тех, кто смотрит нас. Спасибо, Эрнест, спасибо, Юрий, спасибо вам большое, до новых встреч, благодарю вас, что не отказали и поучаствовали в нашем онлайн-концерте. Спасибо вам большое. Пока-пока. Друзья, я благодарю всех, кто принял участие. Во-первых, всех наших артистов, кто принял участие. Благодарю тех, кто смотрел нашу трансляцию. Не ожидал, что наш формат выйдет за грани одного часа. Я думал, чуть поменьше у нас все-таки артистов не так-то и много. Но так или иначе, спасибо всем большое. Эта запись, она у нас появится в нашей ленте чуть попозже. Всем большое спасибо, ну и надеемся, что вот в таком формате мы будем частенько проводить вот такие вот онлайн-концерты. По крайней мере, это вторая неделя, и это второй онлайн-концерт. Всем пока-пока, до новых встреч!